You're my miss ride, miss ride. 널 놓친다면 miss ride. Представляю вам список дарам платформы IQi, съемки которых начнутся во второй половине октября или в начале ноября. Третий сезон дорамы «Странная легенда истории Тан». В главных ролях Ян Сюй Вэнь, Ян Джи Ган, а также Гао Си Вэнь, Чэнь Джуань, Эли Джу Ян и другие. Поскольку два первых сезона имели невероятный успех, было принято решение продолжить столь захватывающую детективную историю. Третий сезон называется «Странная легенда истории Тан» в Джань Ань. Съемки стартуют 22 октября. Строитель города. Сообщается, что главные роли исполнят Джао Ли Ин и Хуан Сяо Мин, но официально это пока не подтверждено. Дорама основана на одноименном романе «Фермерский город» автора Джу Сяо Цзюнь. Сюжет развивается в 80-х годах прошлого века, в период экономических реформ и затрагивает модернизацию в сельской сфере. Съемки стартуют 26 октября. Семейное дело. Главные роли исполнят актеры Ян Цзы и Хань Дун Цзюнь. Действие сериала разворачивается в эпоху династии Мин. Дорама повествует о традициях производства чернил в те времена. Главная героиня Ли Джэнь – девушка из известной семьи из Хуэйчжоу, которая занималась изготовлением чернил. Однако из-за заговора семья Ли терпит крах. Но Ли Джэнь не сдается и продолжает работать, чтобы восстановить семейное дело. Ее поддерживает Ло Вэньцзянь, который также полон решимости восстановить производство чернил в Хуэйчжоу. Съемки начнутся в конце октября. Южное бюро. В главных ролях Джан Син Чен и Дин Юй Си. Подробности сюжета не сообщаются. Дорама будет снята в жанре приключений и детектива. Действие разворачивается в республиканский период. Съемки начнутся в начале ноября в Хэндяне. Костюмированная дорама «Спасение в любви». Главные роли исполняют Сюй Жо Хань и Джоу Кэ Юй. Подробности сюжета не сообщаются. Съемки начнутся в конце ноября. Король комедии. Связан с одноименным гонконгским фильмом 1999 года. Главные роли в дораме исполнят Ян Чао Юэ и Цзян Лун. Сериал повествует о борьбе жителей приморской деревни с застройщиками, стремящимися снести исторические здания. В этой непростой ситуации на помощь приходит молодой актер Джоу Кэ, который использует свой талант, чтобы поддержать жителей. Съемки начнутся в конце октября. Пишите, что из этих дорам вы ждете и будете смотреть. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аннён!